Актриса Мария Шукшина не скрывает своего отношения к скандальным телешоу, где предметом обсуждения нередко становятся подробности личной жизни знаменитостей. Дочь легендарного Василия Шукшина даже призывала закрыть подобные программы, поскольку они содержат пошлый и безнравственный контент. Сама актриса в такого рода шоу не принимает участия, но звездные коллеги нередко появляются в эфире этих программ. Как считает Шукшина, они делают это из-за высоких гонораров. «Я знаю порядок цен. Это миллионы. Если не будут платить деньги, туда никто не пойдет. Экспертам, массовке, гостям, всем абсолютно платят. Это их работа, и за нее платят. Все сидят безработные, как мы знаем. Все сидят, все зарабатывают. И все успокаивают свою совесть», — заявила Шукшина. С именитой актрисой не согласился певец Прохор Шаляпин. Он подчеркнул, что не видит ничего плохого в оплате за труд творческих людей. «Я свечку не держал, кому как платят или не платят, этого мы не знаем. Я не понимаю, что в этом такого, даже если и платят, это раз. Во-вторых, если Мария призывает к морали наше телевидение, то прежде всего она должна начать со своей собственной матери, которая ходила по всем этим ток-шоу и наверняка не бесплатно. Свою маму ей надо сначала остановить, а потом уже претензии к российскому телевидению предъявлять», — подчеркнул Шаляпин. Тем более, что это именно она водит свою мать к Малахову как на работу. Сделала из старой бабки телевизионную скандалистку, которая в месяц по два раза женится и разводится. Пугачева даже себе такого в молодости не позволяла. 82-летняя Лидия Федосеевна Шукшина неоднократно принимала участие в скандальных ток-шоу, посвященных ее браку, а затем и разводу с музыкальным продюсером Барри Алибасовым. Поэтому Шаляпин считает, что моралистке Марии Шукшиной, прежде чем стыдить других людей, стоит начать с себя самой. По мнению певца, актриса вместе со своей матерью очернила имя Василия Макаровича. Кстати, отношения в семье Шукшиных нельзя назвать идеальными.